Глава государства на совещании с членами правительства обсудил актуальные вопросы. Так, руководитель Митранса Виталий Савельев доложил о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и о строительстве новой дорожной инфраструктуры. На это выделен 1 триллион 361 миллиард рублей. Повышение качества автодорог достигается в первую очередь ремонтом. Так, в Тюменской области по всем направлениям ведутся работы по расширению федеральных трасс, в порядок приводят и региональные дороги, работы на финишной прямой. Запланировано порядка 300 километров ремонта. Еще дополнительно 30 километров запланированы на соединение населенных пунктов также по региональным дорогам. Это значит, что на этих дорогах из грунтовых они превратятся в твердое покрытие и позволят более комфортно перемещаться жителям трех населенных пунктов.